Guten Morgen! Это новое видео «Крыльями» от Лидии Аксеньевича. Это видео снимали в Стамбуле, в Турции. Именно такой вопрос, где снимали эту работу, прозвучал у нас в эфире от Лидии. Вы, отвечая в наших соцсетях на этот вопрос, могли получить этот диск. Мы поздравляем Алин Гирич, которая первой ответила, что это видео было снято в Турции. И за это вы получаете вот эту вот книгу сочинений и диска от Лидии Аксеньевич, которая у нас в гостях. Лидия, ну мы поняли, что вы действительно путешественница, потому что предыдущую работу снимали в Грузии, это снимали в Турции. Кто работает над вашими видеоклипами? Моя очень добрая, преданная мне команда, Олег Борщевский, режиссер уже второго моего клипа. Первый это была дуэтная работа «Взлетаю» 2 года тому назад. И вот Дима Перетрутов, это оператор, которого я ценю. Его видение красивых женщин, он, по-моему, самый лучший, кто изображает нас, красоток. Это правда, он ведь красивый. Да. Но с Олегом Борщевским вы дружите давно, потому что ваша песня давно мы работали вместе, мы делали какие-то проекты вместе, да. Ну, как раз таки, Лидочка, самый лучший, вот фразу чего вы сказала, из ваших уст прозвучала. Тут вообще все самые лучшие. Если читать диск, ну, тех людей, які написані, яким подяка написана на диску, то тут є прізвища Олег Борщевский, Дима Перетрутов, Марина Борщевская, Дима, Алексей Шапарев и Шкляревский. Это все так дорого, Лидочка. А скажи, пожалуйста, кому вдалося навколо вас зібрати таку команду професіоналів, тому що це дійсно найкращі професіонали в Україні. Хто ваш муж, Ліда? Мужа нет. В этом весь секрет, то есть их много поклонников. Понимаете, мы же перечислили практически все мужчины, ну вот как-то так у меня. Ну, насправді, дійсно, це найкращі професіонали і по мейкапу, і по зйомці, і по фотозйомці. Кому вдається навколо вас збирати цих? Ну, от я і збираю цих людей вокруг себе. Чим ви притягуєте? Научіть. Знаєте, наверное, потому что я счастливый человек, и люди тянутся, они, ну, очень сейчас как-то так скучают, наверное, по эмоциям, какой-то чувственности, чему-то новому, поэтому творческие люди, они всегда знают, куда правильно идти. Я думаю, что правильный выбор сделали они и я. Так, а куда идет сейчас Лидия Аксеньевич? Чего нам чекать? Вот сейчас відбулась премьера «Крылья» сегодня в Guten Morgen. Что будет дальше? Ну, 100 дней зимы, а потом весна и дебютный альбом. Так что пока помёрзнем, но все ждут весны, так что мы переживем эту зиму, эту спячку. Спасибо большое, Лидия Аксеньевич, сегодня у нас была в гостях. И традиционное селфи. Спасибо. Давайте все вместе сделаем, просто соберемся вместе. Ой, я диск беру. Да. Да? Спасибо большое, это Лида Аксеньевич была сегодня с премьерой в Guten Morgen.